Всем здравствуйте. Добрый день. Мы вчера ездили в Красноярск и закупились канцелярией. Спасибо, Света, тебе огромное, что ты нам посоветовала ленту. Здесь только то, что мы купили Дарине. Вообще у нас вышло на 9 тысяч. Ну, я там еще виноград покупала, Томочке кашу купила. Ну, вроде все. Что-то. Ну, и дети там сладости набрали. Что они там покупали? Да, кстати, нам Анастасия Евгеньевна прислала 1000. Спасибо вам огромное. Мы на эти деньги свозили дети, они покатались на машинках. И я им сказала, выберите все, что хотите. Они выбрали червячки, потом йогурты питьевые и еще что-то. А, сырки. Ну, то, что им нравится, то они повыбирали. Ну, и Дарина тоже. Вот. Спасибо, Анастасия Евгеньевна. Дети накатались, и им очень понравилось. Дарину, правда, не разрешили Дарине. Сказали, уже все, большая девочка. Нельзя на машинку садиться. Дарина хотела, да? Ну, ты маленькая была, каталась. Ладно, перейдем к канцелярии. Начинай показывать, потом сюда в кучку складывать. Да чё ж, давай. Цветные карандаши Дарина купила. Потому что я покупала еще Томочки. Жене, Саше я ничего не брала, потому что я уже говорила, им в садике купил родительский комитет. Мы просто сдали деньги. Но Томи я купила наобум, потому что я сколько спрашивала, они говорят, мы еще не знаем, что вам надо будет. Я просто купила. Вот. Я потом покажу, что я там купила Томочки и что мы купили Насте. Сейчас рассказывает Дарина. Карандаши. Ну, краски. Краски. Краски медовые, акварель. Это очень хорошие. Потом гуашь. Да, гуашь. Ручки мы купили. Ручки. Пластилин. Это я положила, хотя Дарина сказала, мне не надо. Да. Ну ладно, дома будет какая-нибудь поделки какие-нибудь делать. Строгалки купили. Да, да. Вот, кисточки. 5 штук. Да, набор кисточек Понял. Взяли. Ну, надеюсь, подойдут все. Циркуль на математику. Угу. Так, еще набор обложек вот таких на учебники. Я говорю, дети, берите, вот потому что там так дешево. Мне, я говорю, прям вообще... А, я начала говорить, наверное, я недосказала. В общем, да, мы набрали на 9 тысяч... Ну, так как Настя нам оформила карту с ленты, но она у нас была не активирована. Вот спасибо огромное там покупателям, которые сзади нас стояли, молодая пара совсем. Они говорят, типа, воспользуйтесь нашей картой скидочной. И мы заплатили всего 5. Из 9 тысяч мы заплатили 5. Вот такие добрые люди. Прям, ну, потому что мы пошли потом оформлять. Они сказали, в течение суток активируется. Ну, вот. Ладно, продолжим. Вот такую пленку. Это очень удобно обворачивать. А мы купили еще обложки на тетради и дневники. Да, вот такие обложки еще взяли. Ну, так. Это картон, бумага цветная. Угу, белый картон. Цветная бумага. Цветная бумага и картон цветной. Понадобится, не понадобится. Может быть, поделки еще дома будем делать. Покажи, Дарина, какой ты себе букварь выбрала. Дневник. Ой, я все время заговариваюсь. Вот такой дневник Дарина себе выбрала. Так, комплект тетрадей. Здесь... Есть тетради, вот, угу. Написано, которые есть. Тут и алгебра, и английский, биология, география. В общем, комплект. Еще мы взяли вот такие тетради. По-русскому. Да, по-русскому пусть лежат. И по математике. Да, и по математике мы взяли на всякий случай. Вдруг куда-то понадобятся. Они вообще очень-очень дешевые. Я не помню, то ли по 17 рублей, то ли по 19 рублей. Я говорю, возьми-ка, Дариночка. Дарина у нас любит рисовать. И листочки выдергивать. Да. Так, вот такой. Замазку купили. Да. Стирательные резинки две, линейку и альбом.
линейку и альбом. Альбом она старательно искала, чтобы было 50 листов. Но там не было. 48 взяли. 48 листов, да. Вот столько. Я не знаю, сколько это в деньгах. Именно для Дарины мы вот это вот все купили. Если что-то будет не хватать, мы уже, конечно, потом подкупим у нас. Сиди, я покажу. Да. Мы пеналы не покупали, потому что нам из Германии прислали прекрасные пеналы. Дарина сказала, мне не надо, она ее сохранила, специально спрятала, ей это очень понравилось. Вот один и вот второй. И она сказала, нет, мне не надо, у меня есть. И Дарина, показывай, какой она себе купила ранец. Такой. Мама ей выбрала совсем другой. Дарина вся расстроилась. Смотрю, ходит недовольная. Я говорю, ладно, поставь на место и выбери, какой ты хочешь сама. В итоге всей семьей мы выбрали ей вот такой ранец. Хотя Алина как сказала, в 6 классе рано такие ранцы покупать, сумки, да, рюкзаки вернее. Ну, в общем, Дарина себе вот такой выбрала. Ты счастлива? А то мамка выбрала ей обычный. Я смотрю, она ну совсем расстроилась, такая недовольная. Ну, надеюсь, послужит. Я на всякий случай им сказала, вы свои старые не выбрасывайте, я их постираю. И если что-то там, я боюсь, что просто облезет кожа. Вот почему я не хотела. Почему моей одноклассница Алёна прям такой только коричневый, и он целый год проходил в нём. Да, ну хорошо, ну хорошо. Мы все равно потом все постираем и на всякий случай сохраним старые. А сейчас будет Алина свое показывать. Да, она все сидит. Я камерой даже не могу в ту сторону повести на Вику. У Насти тут такой беспорядок. Ушла на свадьбу, все раскидала. Я прибираться не буду. Я тоже. Да, в общем, дети все спрашивают. Мам, зачем ты это все купила? Это вот у нас в Тюхтете не найти. Я как увидала, сразу купила. Стирать пуховики зимние. В общем, Алина рассказывает. Начнем с дневника. Угу. Для пятерок. Для пятерок? А где для двоек? Нам для двоек. Для двоек купить. Ну, конечно. Вот такой дневник Алина себе выбрала. Дальше. Алина решила набором сама выбирать. Доченька, ты ложи туда. Угу. Так, по физике, по английскому, угу. По истории, по геометрии, по химии, по информатике, по русскому. Хорошо, что я помогла тогда. Угу, Вика помогала. По обществу знания, по алгебре. Просто тут так. Всякий случай. Угу. Еще. Это уже я положила. Она, мам, не надо. Я говорю, дочь, ну пусть лежат. А, ну, все-таки там, я не знаю, они по сколько? По 48. По 48, а у нас, я вообще не знаю, сколько они стоят даже. Как и еще одну, да, просто тетрадь. Скорее всего, по химии завели. Мы много пишем. Да. Вот у Алины немного. Это у Дарины вообще много. А Алина себе что-то... Пенал. Да, пенал. Ручки. Угу. Еще ручки взяла. Хотя я говорила, купи... гелевые. Так это шариковые. А надо гелевые. Я же тебе говорила. А черных там не было. А зачем гелевые? Не было? А часто, когда пишут экзамены, их же нынче сдавать на следующий год. Я потом. Угу. Ну, это же попозже чуть-чуть курить. Ну, но там не было. Там делители. Угу. Карандашики. Угу. И набор линеек. Да. Это все, что Алина купила. А, и сумку. И сумку тоже какую-то бестолковую сумку выбрала. Это дети. А у меня портфель кожаный. Ну это не... А что, если мне это ничего не понравилось? Да. Ой, тяжело с этой Алиной. Ходила. Уже ушла была. Ушла, решила вообще ничего не покупать. В итоге все равно вернулась и выбрала. Ну ладно. Что выбрала, то и в том ходить будет. Вот. И сейчас мы еще покажем то, что выбрала себе. Ну, это не просто сумка, она как рюкзачку. Ну, и стоит она, соответственно. Сколько? 660? 700. Ну, ничего страшного. Еще больше. 666. И сейчас покажем, пусть это все лежит. Сейчас покажем, что мы Насте взяли. И Настя выбрала себе вот такой какой-то розовый. Я ее не поняла.
Обычно она никогда такое не выбирала, а здесь вот решила, меняется человек с возрастом. Да, выделитель она вот столько себе взяла. Здесь вот 20 тетрадей. Ну, она вроде 20 говорила. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, значит, ты у нее еще взяла. Нет. Она 20 говорила. Ну ладно. И вот она взяла себе такие ручки. А эти ручки, дети говорят, откуда у нас эти лишние ручки? Это я взяла. Потому что у меня все время ручки пропадают. Да, я еще забыла, у нас вот еще клей. Дарине, Алине и Томочке. Мне не надо. Не надо? Ну, не знаю. Ну, значит, дома будет. Ага. Взяла Томочке набор для репки. В общем, вот такой альбом 40 листов. Я помню, что детям говорили 40 листов, чтобы было. Бумагу цветную поделочную. Надо было, кстати, еще картон, но я не взяла, забыла. Карандаши, пластилин, краски. Это все вот Томи. Вот это. Это все Настя. Да. Меньше всем. Это Настя. А это ручки мои. Ну, что-то я где-то купила ножницы. Ну, в общем, все с канцелярией. Ну, может быть, мы что-то забыли, если нам потом еще скажут. А Дарине ложить отдельно. У нас они... Тетради, чтоб отдельно. У нее еще есть. Две там. Мы уж не стали доставать. С прошлого года они нормальные. Ну все, доченька, давай всем скажем до свидания. До свидания. До свидания. А сейчас мы с Алиной будем передавать приветы. Приветы тем, кто правильно ответил, что Киприй иногда называют Иван чаем. Полина Лазарева, Олеся Щепицына, Даша Майер, Софья Эрлихман, Даша Говорова, Хрустящая Вафелька, Макси 2901. Айсана Рахметова, Яна Сотникова, Ксения Парвланаир 01. Я всегда так, мне интересно читать ее. Мамкина страница, Алена Лайф, Раушания Пивоварова, Алина М, Твое солнышко, Лизия Га Гильванова и Марко Дашенька. И еще у нас есть приветы. Жизнь многодетной мамы, приемная семья. Леночка, привет тебе. Хомячок Лимка, Александра Беломестных, умелые ручки Саши, Зорька, Геликуси, птичка певчая, Саша Кот, Вероника Лайф, Мария Камила, Сева Мамедова, Вики Топ, Алина Дол Реборн, Витас Граци Шоу, Жизнь прекрасна, Элина Гайнулова, Яна и приколы, подписывайся. Конечно, Алина, она просила меня, она говорит, мам, я не успела, ну, с ногтями ничего сделать. Ну, у меня тоже, как бы... Время сильно под... нету ждать, когда она там с этими ногтями. Так что извините, пожалуйста, что у нее ужас просто творится с этими. Она сейчас все исправит. А пока мы хотим сказать всем... До свидания. До свидания. До встречи со всеми.